Всем привет, дорогие друзья, с вами Фростик, и сейчас я бы хотел с вами поговорить об игре DeathPipe от разработчиков Onion Software. В целом, таких раннеров просто огромнейшее количество, и можно сказать, то, что есть поинтереснее, посложнее, посимпатичнее, не знаю, с дополнительными уровнями, квестами и так далее. Например, я недавно обозревал Мейд, который, в принципе, можно даже сказать, поинтереснее, чем это. Игра, но DeathPipe цепляет своей графикой. Вы только посмотрите на то, как это все реализовано, и меня цепляет то, что здесь максимально упрощенный вариант этого раннера. То есть вы спокойненько в себе катитесь, уворачиваетесь от препятствий и старайтесь побить свой рекорд, который можно установить здесь довольно-таки высокий. Все на расслабоне, без каких-либо понтов и всяких заморочек, просто играйте спокойно, и я не знаю, мне игра эта действительно понравилась из-за своей простоты и просто офигительной графики. Устройство не греется, думаю, на всех бюджетных аппаратах оно пойдет. Игра имеет оценку 4,6 на Play Market, что очень высокая оценка для маркета, это очень редко встречается, и цена всего 30 рублей по нынешнему курсу, это $0.5, поэтому тоже думаю, что можно прикупить себе, поддержать разработчика. Разработчик, кстати, русский, поэтому тем более, думаю, стоит поддержать, чтобы таких проектов было как можно больше. Рекламы нету, ничего нету. Один раз платили 30 рублей и радуйтесь, ставите рекорды. Я установил рекорд 57 или 59 тысяч и думаю, что потихонечку буду ставить как можно больше. Ставьте, пишите в комментарии, какие рекорды установили в этой игре вы, и при желании можете даже просто скачать бесплатно с фопу, да, по традиции. Все ссылки будут в описании под видео. И чисто попробовать динамичную, красивую графику на своем устройстве, как это будет выглядеть и как это вообще играется. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на мои социалочки, Twitter, Instagram, не забываем заходить на мой сайт, до новых встреч, пока-пока.